товарищи граждане и просто сочувствующие люди. С вами сегодня снова я, летучий лифтер. И сегодня мы займемся тем, что полезем изучать одно из самых знаменитых, самых древних и самых паянных подземелий Москвы – подземную реку Неглинку. Сейчас мы находимся в центре Москвы на одном из московских бульваров, который ничем не отличается от остальных, но он кроет в себе небольшую тайну. Среди многочисленных водосточных люков этого бульвара имеется один, который ведет в коллектор реки Неглинку. Река была включена в коллектор еще в 18 веке, после чего она стала объектом притяжения многочисленных московских диггеров, перестологов, краеведов и прочих людей. Река кроет в себе очень много городских легенд, тайн. В свое время это было место скопления сатанистов, убийц и прочего. Туда спускались цари, туда спускался Галеровский, в честь которого и названа тропа Галеровского. Сейчас мы с вами пойдем и проникнем в русло этой реки, и вы прекрасно своими глазами увидите, что представляет собой самое знаменитое, самое мистическое и самое интересное подземелье Москвы. Пойдем к реке. Чистых московских, ничем не примечательных люков. Обычный канализационный люк, который ставится по всему городу в огромном количестве и в принципе никуда не ведут. Но этот люк один из тех, которые ведут в историческое русло реки Неглинки. Сейчас мы туда полезем. Заново. Вот там воды сегодня. Это ты насал. На съемку, люка. Да. Смотрите. Диггеры. Диггеры! Коллекторе реки Неглинки. В этом месте у нас находится водосброс, который впереди мы можем увидеть.
Сейчас впереди у нас город, за которым воды будет намного меньше. Вода довольно холодная, она через себя. А вот рубак там просто стоит. Очень мощный поток. Идем. Впереди нам ждут трущобы столичного влагалища. Это плохо. Я и тут был. Там дальше. Там дальше. Река будет разделяться на две. Через метров 200. Одно из них место полностью заилено. Второе ведет как раз не к Олимпийскому, термин, через который я вылезал, я вам показывал. Так что, наверное, сразу пошли в историческую часть. Делать там нечего. О, трамваи ходят. Давайте пойдем в историческую часть, потому что там делать нечего. Давай. У нас ограничен заряд камеры, поэтому лучше будем снимать самое вкусное. Ну, если что, мы можем же вернуться сюда потом. Да, если да, время. Все нормально. Хотя, подожди. Ау. Тебя не было. Был рыболов на этой сети. Подожди. Мы к этому. Нет, я перепутал, кстати. Это не здесь, к Олимпийскому, это по второму руслу к Олимпийскому. А здесь я не ходил, я вспомнил. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Давайте тогда так сделаем. По улице можно. По улице пройдем, если... Кто-нибудь на них фонарями светите? Не могу. Готово. О, здесь вылаз. Слушай, а тут неровно висит. Шаг! Ты у нас будешь фитотехником. Ты сейчас встанешь туда, в эту трубу залезешь, будешь бить на меня. Физ будет здесь снимать. Привал. Вылаз, а там по ключке. Старая русло по ключке. Так, у тебя тоже самое? Нет. Не залился еще? Нет. Ничего себе. А я залился. Выливай. Сильно залился? Нет, по-моему.
Да, тебе это очень понравилось. Так, слушай, а дай поменьше. Вот. Ой, я сейчас засниму карьеру. Водопад? Сверху. Стыд.
Труба. Подземные граффитисты, блядь. Yeah.
товарищ Гелеровский, который занимался исследованием подземной Москвы. И именно он занимался конкретным исследованием Регине Глинки. Правда, скончался от того, что получил заразу здесь, в этом месте. В честь него историческое место. Регине Глинки названа тропа Гелеровского. Вот она, тропа Гелеровского. Это место построено в 18 веке. Оно просекает недалеко от Манежной площади, находится недалеко от дома, а точнее за поворотом прямо над нами будет. Пройдем сейчас вперед, увидим, что это представляет это место. Возьмите, товарищи, снаряжение, которое вот здесь стоит. Пройдемте. Итак, вот здесь выполнили кирпича.
Рюкзак! Аккуратно, скользко! Thank you.
Да. А, все равно зальет. Очень узкие.
А смотри, как это глубоко. Если что. Лестница есть? Да. Отлично. Блин, да там же улица стала. Сейчас, давай, народ, поедем все. Ну вот, а там вроде бы деревья да. Видны. Что? Как будто фар там деревья. Вот она, Москва! А вот, нет? Да. Проход. Да, я пройду. Давай. Ну что, мы тут выйдем? Я не знаю. Может, ты выйдем, а может, и нет. Рэдисон, привет! А вот и Чанчев. О, привет! Это корабль. Ну что, ребят, возьмем такси? Я в пятницу так плавал, искал люки, на самом деле. Подплыви к нам, мы сядем, уедем, плывем. Да охотного ряда добросит. Дорогу покажу. Дорогу покажешь, да? Можно меня на фоне этой красоты как-то А? Можно меня на фоне этой красоты как-то Давай. Ага. Спасибо. Я
и вроде кричали, идут. Рюкзак мой? Да. Давай сюда. Надо быстро кассету поменять. Я буду моргать люком им тогда. А у меня тут какой-то стройки. Галаспорт, к сожалению, не очень хорошо. Сейчас свет. Свет, блядь. Ну, кто? Свет. Петро там. Пойдем туда. Пойдем через красную. Вон там красная, пойдем туда. Давай.